Всем привет, народ, с вами Варчик. В этом видео мы с вами посмотрим бой, который я играл между ГК, так сказать, выполз из ГК в рандомчик понагибать местных мальков. И, конечно же, в рандоме сейчас играют, ну, очень интересные игроки. Карта у нас затерянный город, вначале приехал, отстрелялся по ЛТшке, снаряд полетел выше, не попал, в следующем моменте стрелял по бату, снаряд залетел с вертухи прям точно туда, куда я и целился. Приезжаю в город и здесь уже подлавливаю 2.7.9 ранний на перезарядке. Когда он на перезарядке выезжает, даю ему урон. Соответственно, это изи, потому что враг на КД, что он мне может сделать? Учимся пробивать 2.7.9 ранний, это не сложно. Конечно же, в этом моменте снаряд мог не полететь именно туда, куда я целюсь, но он мог и полететь. Самое главное, чтобы вы делали все четко, грамотно. А дальше уже все зависит от везения и невезения. Главное, чтобы вы, когда стреляете по врагам, вовремя это делали с нужных позиций в нужном месте. Подлавливать врагов на ошибках, на перезарядках и стрелять, целиться в нужное место. В этих моментах я целюсь именно туда, куда нужно, в лючок и в нижнюю часть ВЛД. Это самые тонкие места у этого танка во лбу. Я туда целюсь, пытаюсь как можно лучше сводиться, насколько мне позволяет враг, и выезжаю на него, когда он на перезарядке, поэтому я делаю все это безопасно. Вот так вот нужно реализовывать СТ-шку в городе, как танк поддержки. Дальше мне сбоку стреляет СТБ, стоять под ним нет смысла, поскольку у него очень хорошее скорострельное орудие, поэтому я долго под ним не простою, он делает ошибку. После того, как я отъехал, он думает, что может подняться вверх, но ни на одном, ни на другом фланге лучше вверх не подниматься, если ближняя часть города принадлежит врагам. Поскольку вы видите, как СТБ поднимается на гору, что с одного фланга, что с другого, вы на все лицо вот так вот и будете подниматься, если враги стоят в городе, близко к флангу, на котором вы хотите подняться. Здесь у нас ТВП посреди поля стоит, я пострелял. И, в принципе, он поехал куда-то там в освояси. Все, как бы. Видим, что счет уже плохой, но мы дальше пытаемся делать все, что возможно в бою. Поскольку зачем тогда вообще заходить, если не стараться на максимум? Ищем позицию такую, чтобы можно было сдерживать врагов, накидывать урон и при этом не лопнуть сразу. Поэтому я оглядываюсь вокруг, выбираю такую позицию, чтобы меня не расстреливали с разных флангов. Тут у нас Маус там с кем-то бодается, пока он отвлечен, я ему накидываю. Хотел помочь союзнику, но он в принципе сам справился. И здесь еще выкатываются всякие враги, перекатываются по центру города, я им накидываю, играя от башенки. В принципе, у меня все нормально в этом бою. Никаких вообще проблем. Все, весь бой делал четко, накидывал урон, сейвил хп, не подставлялся и не сливался. А вот у моей команды проблемы, и это ее проблемы, не мои. Я дальше продолжаю играть. Здесь я опять же думаю, куда лучше поехать. Слева может быть ТВП, но что-то он как-то там не вылазит. На меня с города едет бабаха, Маус, и я думаю, куда лучше мне податься, чтобы я мог еще стрелять, но не умер сразу. Какое-то время еще пожил. Бабаха решила за мной погоняться и ехать на Мауса. Именно то, что мне нужно. Попадается ТВП под руку. Поскольку Маус не убьет меня сразу, я смогу еще какое-то время поездить, помучать его здесь, пострелять. Что, в принципе, у меня и получается. Приезжает бабаха, я прячусь за Мауса. И это дает мне возможность еще какое-то время пострелять. Даю последний выстрел бабаху, и у меня 5555 урона. Вы заметили, что весь бой я находился в каких-то безопасных позициях, но при этом я от самого начала до самого конца наносил урон по всем, кто подставлялся. Причем подставлялись не в одном месте, а в разных. Потому что я следил за картой, приехал в агрессивную позицию, где меня не могут убить, если на меня поедут танки. Они умрут. Таким образом,
в мега-сливном бою с командой, которая вообще пришла играть не в игру, мне удалось накидать 5555 урона. Сделать что-то еще больше в этом бою вряд ли бы получилось, поскольку я беспрерывно весь бой практически наносил урон и жил максимально долго, что и требуется в каждом бою, играя в World of Tanks. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.